Добрый день! Вы на канале Хобби МК. В прошлый раз мы с вами связали тело вот такой вот куколки. И сегодня мы будем вязать для нее платьице, вот такое вот, как это белое. Платье я вязала ниточками Этамин в одну нить. Крючок у меня номер 1 от фирмы Maxwell. Набираем цепочку из 30 воздушных петелек, плюс делаем одну воздушную петельку на подъем. Итого 31 петля. 1, 2, 3, 30, 31. И по цепочке, начиная со второй воздушной петли от крючка, провязываем 30 столбиков без накида. Воздушная петля, поворот на второй ряд. Провязываем 5 столбиков без накида. Делаем 5 воздушных петелек. Пропускаем 5 столбиков без накида предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5. И начиная со следующей петли, провязываем 10 столбиков без накида. Снова 5 воздушных петелек. Пропускаем 5 столбиков без накида предыдущего ряда. И начиная с 6 петли, вяжем последние 5 столбиков без накида в этом ряду. Воздушная петля, поворот на третий ряд. Провязываем 6 столбиков без накида, 5 из которых будут идти по столбикам без накида предыдущего ряда, а 6 приходится на цепочку из воздушных петель. Дальше на цепочке из воздушных петель провязываем убавку на 3 петлях, то есть из первой петли по ходу вязания вытягиваем петельку, из второй петли по ходу вязания вытягиваем вторую петельку, из третьей петли по ходу вязания вытягиваем третью петельку. У нас на крючке 4 петли, провязываем их за один раз. Вот у нас убавка на 3 петлях. Дальше вяжем 12 столбиков без накида. Первый столбик на последней воздушной петельке цепочки. Дальше 10 столбиков без накида идут по столбикам без накида предыдущего ряда. И еще один столбик идет по цепочке из воздушных петелек. Снова делаем убавку на 3 петлях. 1, 2, 3. Все 4 петли провязываем за один раз. И нам осталось довязать 6 столбиков без накида. Столбик без накида на последней воздушной петельке цепочки. И еще 5 по столбикам предыдущего ряда. Воздушная петля, поворот на 4-й ряд. Провязываем 4 столбика без накида. Делаем 2 убавки подряд.
убавки делаем сквозные за обе стенки петли. Дальше идут 10 столбиков без накида. Снова 2 убавки подряд. И нам осталось довязать 4 столбика без накида. Воздушная петля, поворот на 5-й ряд. Провязываем 4 столбика без накида, убавка. Десять столбиков без накида, убавка. И еще до конца ряда нам нужно довязать 4 столбика без накида. Воздушная петля, поворот на 6-й ряд. Провязываем без прибавок и убавок 20 столбиков без накида. Дальше приступаем к вязанию юбочки. Делаем 3 воздушные петельки и поворачиваемся на следующий ряд. Теперь в следующий столбик без накида предыдущего ряда провязываем столбик без накида. И чередуем 2 воздушные петли и, ничего не пропуская, провязываем столбик без накида. Снова 2 воздушные петли и, ничего не пропуская, столбик без накида. Теперь снова делаем 3 воздушные петельки и поворачиваемся на 8-й ряд. Делаем столбик без накида в середину цепочки из 2 воздушных петелек. И повторяем до конца ряда. 2 воздушные петли, столбик без накида за следующую цепочку. 2 воздушные петли, столбик без накида за следующую цепочку. Мы довязали до последней цепочки, сделали столбик без накида. Поднимаемся на 9-й ряд 4 воздушными петлями. Поворачиваем вязание. Находим следующую цепочку и точно так же провязываем в нее столбик без накида. Чередуем 3 воздушные петельки, столбик без накида за цепочку из 2 воздушных петель до конца ряда. Мы сделали последний столбик без накида в последнюю цепочку предыдущего ряда. Поднимаемся на 10-й ряд 4 воздушными петельками. Поворачиваем вязание и повторяем столбик без накида в следующую цепочку, 3 воздушные петельки. Снова столбик без накида в следующую цепочку, 3 воздушные петельки. Чередуем до конца ряда. Провязан последний столбик 10-го ряда. Юбочка уже довольно широкая, и попа куклы спокойно в нее пролазит. Следовательно, можно смыкать конструкцию. Аккуратненько складываем вместе и делаем соединительную петлю вот здесь, в начале цепочки. Одиннадцатый ряд представляет собой по 3 столбика без накида за каждую цепочку.
следующая цепочка. Пропускаем столбик без накида. Снова 3 столбика без накида за цепочку. Пропускаем столбик без накида. Снова 3 столбика без накида за цепочку. И так до конца ряда. Вот что у нас получается на текущий момент. 12 ряд. Начинаем со столбика без накида вот здесь, где у нас шел соединительный столбик. Дальше делаем 3 воздушные петельки. Снова между цепочками, вот здесь у нас было 3 столбика и здесь 3 столбика, и между ними делаем столбик без накида. Еще 3 воздушные петельки, пропускаем цепочку и между цепочками провязываем столбик без накида. Чередуем до конца ряда. Последний столбик идет в то место, где у нас начинается новый ряд. 13 ряд представляет собой по 4 столбика без накида за каждую цепочку. Вот у нас первая цепочка. Провязываем 1, 2, 3, 4. Столбик без накида пропускаем. Следующая цепочка. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида пропускаем. Следующая цепочка. И так до конца ряда. Начинаем 14 ряд столбиком без накида вот сюда. В столбик без накида, который шел в начале 13 ряда. Дальше провязываем цепочку из 3 воздушных петелек. Пропускаем все столбики без накида и вот здесь между цепочками провязываем столбик без накида. Снова 3 воздушные петельки и столбик без накида между цепочками. Мы пришли к концу ряда. Я делаю последний столбик без накида вот сюда. Дальше у меня начинается пустая цепочка. 15 ряд, так же как и 13, представляет собой просто по 4 столбика без накида за каждую цепочку. 16 ряд. Точно так же начинаем столбиком без накида и дальше чередуем 3 воздушные петли, столбик без накида между цепочками. 3 воздушные петли, столбик без накида между цепочками. Мы пришли к концу ряда. Дальше у нас идет необвязанная цепочка. 17 ряд представляет собой 4 столбика без накида за каждую цепочку. Пропускаем столбик без накида и в следующую цепочку провязываем 4 столбика без накида. 18 ряд начинаем со столбика без накида. Вот здесь у нас что-то типа шва. И снова чередуем 3 воздушные петельки, столбик без накида между обвязанными цепочками. Еще раз 3 воздушные петельки, столбик без накида между обвязанными цепочками. Мы пришли к концу ряда. Дальше у нас идет необвязанная цепочка. И 19 ряд. Для меня это будет последний ряд. Я думаю, что длина юбочки уже будет достаточной. Я буду провязывать 5 столбиков без накида за каждую цепочку. Пропускаю столбик без накида предыдущего ряда и снова 5 столбиков без накида за следующую цепочку. Провязан последний ряд. Я делаю соединительную петельку в первый столбик предыдущего ряда, вытягиваю ниточку
и обрезаю ее. Теперь при помощи цыганской иглы аккуратненько ввожу иголку под столбики последнего ряда. Обратите внимание, я ввожу так, чтобы наша иголочка не просвечивалась ни с лицевой, ни с изнаночной стороны. Вот у меня иголочка выходит. Я прошла через 15 столбиков. Желательно проходить минимум через 10. Таким образом мы с вами спрятали хвостик. Маленький кончик у меня остался, я его обрезаю. Хвостик спрятан. Теперь нам нужно одеть платьице. Берем куколку, вставляем ножки. И засовываем ручки в отверстие. Расправляем талию на место. Берем золотистую ленту и оформляем линию талии. Я завязываю поясок на спине на одинарный узелок. Вот так. Если нужно, чуть-чуть можно подкоротить поясочек. Расправляем платьице, поправляем наши рукавчики. Так, и сзади нам нужно сделать еще пуговку. Так как изделие очень маленькое, я вместо пуговки буду использовать вот такую вот бусинку. Присоединяем ниточку. Кончик нити я также буду заводить под столбики без накида. При помощи иголки я немножко расширяю отверстие между столбиками без накида и застегиваю пуговку. Вот так. Вот этот кончик, который у нас образовался еще при вязании нашего платьичка с самого начала, и точно так же прячу вглубь столбиков. И сейчас я предлагаю вышить туфельки. Для туфелек я беру толстую золотистую пряжу и вот так отсчитываю 1, 2, 2 ряда ближе к носочку. И на толщину двух столбиков ввожу вот так вот иголку с ниткой. Теперь слева направо обматываю ножку. Один оборот и второй. И теперь здесь же завязываю узелок. Узелок делаю ровно возле отверстия между столбиками без накида. Теперь при помощи толстой иглы вводим иголку в отверстие между столбиками. Заправляем оба хвостика в иголку.
и вытягиваем ниточку так, чтобы сделанный нами узелок углубился вглубь ножки. Вот так выглядит вышитая нами туфелька. Чуть-чуть поправляем колечко и аналогично вышиваем вторую же ножку. В следующем видео мы с вами для нашей куколки сделаем прическу. Если вам понравился этот мастер-класс, не забудьте поставить лайк и проверить, оформлена ли у вас подписка на мой канал. Всем большое спасибо за внимание. До новых встреч!